Визит в Москву представители объединения «Мотоциклисты Словакии» начали с посещения парка «Патриот». Гостям показали музейный комплекс, экспозиции и выставки, представленную в павильонах технику, а также главный храм вооруженных сил. В начале войны у немцев не было тяжелых. На зачатку войны немцы не были. Были у них и легкие, и средние. Затем зарубежная делегация отправилась в партизанскую деревню. Штабные землянки, блиндажи, медпункт, склад оружия и боеприпасов, музейные экспонаты и исторические интерьеры вкупе с современными технологиями демонстрируют будни бойцов-подпольщиков, действующих в тылу противника. На следующий день словаков ждали в доме Российского исторического общества. В Россию словацкие мотоциклисты приехали специально, чтобы 80-летний юбилей победы под Сталинградом почтить память защитников города. Организацию визита взяло на себя Российское историческое общество. Знаете, это хорошая организация, которая сделала нам поддержку и помогала во всех проектах, которые мы делаем. Это очень важно, чтобы они тоже показали, что люди не запомнили в Евросоюзе, что сделали герои Великой Отечественной войны. Организация «Мотоциклисты Словакии» появилась в 2017 году. Своей основной задачей ее участники называют сохранение памяти о событиях и уроках Второй мировой войны. Россию они посещают уже не первый раз. В 2021 году приняли участие в акции «Путь героического огня». Тогда частицу вечного огня, взятую от могилы неизвестного солдата, доставили в Словакию. В прошлом году был организован пробег свободы, посвященный павшим в боях Второй мировой героям Красной армии, Первого чехословацкого армейского корпуса и Словацкого национального восстания. В последнее время многие в Европе пытаются изменить, переписать историю, поэтому мы всячески стараемся донести до людей правду. Как все было на самом деле, чтобы люди не забывали и помнили. И мы стараемся напомнить, какой вклад в общую победу над нацизмом внес Советский Союз. Из дома Российского исторического общества делегация отправилась в Александровский сад. К могиле неизвестного солдата участники возложили цветы, выразив уверенность в том, что память о подвиге предков никогда не будет забыта. Сейчас здесь 80 лет Сталинграду. Это очень важно, что мы здесь покладываем венки для героев, всех, которые погибли в Сталинграде. Главная цель нынешней поездки – это 80-летие победы под Сталинградом, завершение Сталинградской битвы, участие в памятных мероприятиях, которые посвящены этому знаковому событию и Великой Отечественной войны, и всей Второй мировой войны в Москве и в Сталинграде. От стен Кремля словацкие мотоциклисты отправились в Волгоград. Там они приняли участие в памятных мероприятиях, посвященных 80-летию окончания Сталинградской битвы. Служба информации фонда «История Отечества».